Несколько лет назад сотрудники кадровых служб в Чебоксарах объединились в неформальное профессиональное сообщество «Клуб кадровиков». О том, какие проблемы волновали их в уходящем году и какие задачи ставят специалисты на 2018-й, в нашем следующем сюжете. Сегодня в Чебоксарах проживают почти 300 тысяч человек трудоспособного возраста. В 2017 году на столичных предприятиях не было масштабных сокращений. Это позволило кадровым службам и столичному центру занятости выполнять свои функции в штатном режиме. Начиная с 2015 года трудоустройство лиц, которые стоят у нас на учете, мы увеличили с 74% в 2015 году до 85% в 2017, то есть в этом году. Это раз. Второе. Я вам хочу сказать, что трудоустройство подростков у нас практически почти в 2-3 раза больше, чем у наших соседей. Юристов и экономистов на рынке труда по-прежнему переизбыток. Требуются швеи, водители, арматурщики, каменщики. Нехватку представителей рабочих специальностей ощущают практически все предприятия. С учетом специфики рынка труда нашего города, да, мы испытываем кадровый голод. Все промышленные предприятия, они думают, что мы единственные в этой части, да, то есть особенно технические, там, где требуется рабочий персонал. Нам на следующий год требуется увеличить численность по основным производственным рабочим на 318 человек. Говоря вот по программам профессионального переобучения или по тем специальностям, которые нам необходимы, мы специально вынесли эти специальности. Причем эти специальности не только по рабочим профессиям, те же самые экономисты будут работать на наших предприятиях. Только в этом году новые профессии получили 1000 человек. Почти все трудоустроились на предприятии «Чебоксар». Какие специальности предложить для переобучения, обсуждают в клубе кадровиков. Изменилось вот обучение людей. Мы в прошлом году впервые стали обучать на дизайнера. То есть эти люди, которые могут сидеть у себя дома. Мы стали обучать такой профессии, как продвижение товаров, то есть онлайн. Вот эти новые профессии, я считаю, да, мы их продвигаем. И время требует от нас вот этих вот профессий. Рынок требует от нас. Центр занятости и предприятия города тесно сотрудничают в организации общественных работ и трудоустройстве подростков. На итоговом заседании клуба кадровиков обсудили перечень актуальных специальностей и возможность создания рабочих мест на следующий год.